На красной ковровой дорожке выпускники Щелковского колледжа. Путевку во взрослую жизнь в этом году получили более 1000 студентов Щелковского колледжа. Дистанционно с напутственными словами к выпускникам Щелковского колледжа обратился министр образования Московской области Илья Бранштейн. Впереди большой мир, впереди большая дорога. Распорядитесь, пожалуйста, правильно своими знаниями, своими умениями. Примените их на практике. Станьте незаменимыми мастерами, специалистами своего дела. И только вместе, только вот с таким профессиональным подходом мы обеспечим, безусловно, обеспечим лидерство нашей страны. От лица главы городского округа с успешным окончанием учебы ребят поздравил его заместитель по социальной политике Дмитрий Толмачев. Сегодня в этом году выпускается более 1000 выпускников, и это здорово. Мы ждем всех вас на работу, в первую очередь, на территории нашего городского округа. От всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачной дороги в этой жизни. Всего доброго и хорошего. Вот уже 76 лет в учебном заведении готовят специалистов. В этом году более чем по 40 специальностям и профессиям в соответствии с запросами работодателей трех городских округов – Щелково, Фрязино и Лосино-Петровского. Для нас важно, чтобы ребята учились с удовольствием. Они действительно должны получать профессию с удовольствием. И мы для этого прилагаем максимум усилий. Где-то удается больше, где-то меньше. Но мы уверенно идем к своей цели. И, конечно, учим с любовью, а выпускаем с гордостью. В этом году 183 выпускника окончили Щелковский колледж с отличием. Было максимально тяжело, потому что мы совмещали работу с учебой. Просто нужно, наверное, идти к своей цели. Я себе поставила эту цель, наверное, еще на первом курсе. Радость, какую только может доставить выбранная профессия, с выпускниками разделили их преподаватели. Настолько переполняет эмоции, настолько я рада за наших ребят, что они достойно закончили наш колледж. У нас очень много выделений красных дипломов, а вообще во всем колледже очень много красных дипломов. И я надеюсь, что они найдут очень достойную работу и как профессионалы они состоятся в своем деле. Впереди у выпускников новый этап взрослой самостоятельной жизни. В добрый путь! Евгения Корыцкая, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.